Разливное пиво, разливное. Всем привет, вот мы вот все такое. Всем привет, короче. Семечку мне в кармашек. Что? Нет, я понимаю, ты хотел оригинально поприветствовать, но сраную семечку в сраный кармашек. Семчик, да, сразу вспоминается. Да, ну, ребят, короче, вы поняли, что с нами сегодня Олег Кофевайт на сервере Вайт. Подыграет это там под АБЦ. Ой, извините, а Google переводчик не выключил, просто во рту застрял. Да, в общем, дорогие зрители, всем привет, с вами Филиппина, вот такой вот ответ, а мы сегодня играем на Advance White, как говорил Алексей, но самое главное, что у нас происходит ночная ламповая тусовочка, господи, с игроками на этом сервере. Ну, наконец-то я залетел, я рампу прохожу. Залетел? И... Залетел. А, то есть вы уже рампу проходите, ребята, да. Не позвали. Нет, да. Блин, я знал, что здесь рампа, и, наверное, ты здесь не случайно. Ну да, слушай, да, да. Я тоже залетел. Да, я... Я удивлен, на самом деле, рокалы. Я поехал. Вот Александр Игорь рядом со мной. Олег, давай сейчас. Контрол не нажимайте, как в GTA, потому что заглушится тачка. Да это вообще по привычке. О, я уже прошел нормально. Так. Давай. Ого. А вот, ребята, у меня такой вопрос. Если со мной кто-то сидит на мотике, то... Ты медленнее разъезжаешь. Медленнее доедешь. Че, говно. Нужно... А нет, мотоцикл мой. А машина мешает, блин, господи, все. Давай, садись. Сандро, кофе, твоя семья еще жива, что ли, здесь? А, ты сейчас жива. А там другая. Леха, как ты слетел? Фу, я не долетаю. Я уже половину прошел. Я застрял в воздухе! Я вижу, да. Нет, ребят, почему? Что за подлость? Вот. О, да я тут еще мотоцикл нашел новый, прикинь, кто-то оставил. Внутри рампы. Нет, внутри рампы оставил чувак мотак. Внутри рампы, господи, чувак мастер. Кстати, рампа довольно-таки изощренная и... Ай! Ёпти в каку, там подвоз. Там, короче, ты такой залетаешь. Я такой думал, блин, чтоб не упасть, надо по стенке пролететь на мертвой петле. А там вместо мертвой петли дырочки. О, моя любимая. Максим, вы нашли с мотоцикл? Имя любим... А, я, ну, как говорится, нашел сказать? Мотоцикл и успел еще раз в очередной раз просто упасть в воду. И не больше. Ну я свой воду уронил, свой же и забрал. Тут либо, короче, с разгоном, либо получается... Так, а вы баг-то не умеете делать? На разгон. Я знаю, это стрелочки вонючие, да? Нет, ты полностью прокидываешь моторагу свою назад. Все, и это... А, типа сальтуха, братуха, хрихатель. Ну, назад, да, прокидываешь его, и потом он у тебя начинает схарябать землю, а ты заместо этого вперед клацаешь. И он так... Ну, сейчас покажу, ребята. Блядь! Дабл джекпот просто. Один подбил, на другого перекинуло. Так, вот, сажу. А, тут уже заняли. Блин, почти! Просто почти. Да, сука! Это так, нереально. Блин, мешают их убить, мало этих. У меня бомж украл мотоцикл, Алёш. Как? Мне кажется, единственное отличие Сан-Андреаса от GTA 5 это то, что здесь воруют бомжи твой, как бы, транспорт, да? Как бы транспорт. Да ёбаный в рот! Все то же самое, те же самые рампы и та же самая команда. Для вот этих вот белых инферносов отдельно место в аду. Вот что бомжи на белых скутерах, что им в инферносы дай, один хрен белые мешают играть. Дайте мне моторагу разогнать. Тут еще, знаешь, одно вот единственное такое помешательство. О, я залетел вообще на изи. Челы просто садятся к тебе. О, нормально, наконец-то. Погнали. О, подожди, Инферно залетел. Инферно, прикинь, Олег. Олег, теперь будь готов. Короче, вот на таких петлях в конце, потом это, знаешь, вот аккуратней концовочка здесь. Это типа волрайды. Господи. О, чувак навернулся уже здесь, смотри, минус один, так. Вы уже залетели, да, ребята? Да, мы уже проходим рампу. Есть такая радуга. Wait me, man. Там, короче, эй, потом... Так... Я сдох. Ты сдох? А, Лёх, блядь! Фабио Капелло, смотрите, Фабио Капелло, что происходит с бывшими тренерами? Вот если я не ошибаюсь, Фабио Капелло, ну чей он тренер, я не знаю, кого он там тренировал, но вот что с ним происходит. Залетел! Да ну нахер, просто лайк. О, ТП пиши и все, Олег. А как? Куда ехать дальше по этой вещи, рампе? Там просто вперед и все. Максим показал крайнюю заинтересованность этим самым.
Я заехал на эту самую. Давай, Олег, по хардкору. Вот я. Мотоцикл это, да, это не для. Ты хочешь вот эту синюю взять, да? Да. Давай я с тобой поеду. Ну окей. Я мастер. Вот я на Инфернусе, кстати, в МТА еще задрачивался на такие вот. Ахамуха! Я сдох! Давай, Леха, главное взять разгон. Главное взять разгон и разогнаться как следует и залететь. И вред я заглох. Что? Держись! Давай, быстрее заводись! Прикол! Хорош! Вот это прикол! Вот это вообще прикол на самом деле. Вот что они носятся здесь? Это трамплин, это проезжая часть. Уйдите! Пиноккио тупые. Пиноккио? Ну вот, ну что там, кто там машину оставил? Пытается что-то вообще взлететь. Да, 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 там Инферно стоит, он, короче, путь весь перегораживает прямо на въезде. Вот. А ты сукин ты сын! Блин, тут, короче. О! Можно, короче, тему, знаешь, какую сделать? Мощную. Да, мощную. Вот смотри. Вот такую, например. Сейчас бомбанет. Подожди, подожди. О, мотоцикл, моторагу бери! Короче, палим. Меня сбросили! Что это вообще происходит? Эй, брат! Меня сбросили! Это моя моторага! О, нихрена себе! Ты бы знал, как меня я отжал! Слушайте, а давайте попробуем, на вот у туризма стоит еще. Давайте на туризм. А на Инферно за туризм. Мы на Инферносе заехать не смогли. Давайте на туризма. Не, на туризма. Блять! Да для тебя отдельный котел в раю, ой, в аду. В раю? Перепутал немного. Так, ребята, все, я, смотри, сейчас залечу, смотрите. Шутка про девятиклассницу еще актуальна? С 3 минуты. Эй, блядь, не сдался без боя. Так, окей. Что-то нужно придумать. Что-то нужно сделать. Да. Я вышел. Понять, Лёха. Можно понять то, что реально взлететь. Инфернус глохнет, и надо, короче, знаешь, что придумать? То есть, когда ты наезжаешь на трамплин, клацать уже контрол заранее. Ну, не то чтобы заглохнуть, а то чтобы идти нахрен. Вот я, например, опять залетел с изи. Если у тебя на самом деле персонаж прокачан до улучшения, там, типа, мастер вождения, то у тебя тачка не будет глохнуть. То у меня не глохнет. Идиот, это самп. А, ну нет. Да, здесь есть, я вспомнил, все. Забираю свои обратно, Олег хороший я мальчик. Да как ты? А, это ты передо мной, да, тут на Инферносе? Ты видал это, ты это видал. Это гниды. Максим, я предлагаю тебе сейчас сесть в мою тачку и поехать. Пацаны, давайте не в мою тачку, не домой, а давайте пройдем все-таки. Олег же, ты для чего здесь? Ты рампы должен нам пройти. Так я хочу, понимаешь, я-то на мотоцикле уже залетал туда, понимаешь? А ты не прошел. И надо ее пройти, да. Я хочу на машинке пройти. Нет, хорошо. Давайте, на мотораге берите, я вас жду, ребят. Так, Максима я дождался, осталось дождаться Олега. Что? А, то есть все, ребят, вы меня ждете, да? Стой, сука, вот падла. Я беру мой. Ну что, зашибу, убейте его. Адовая жаровня, он горит. Жаровня. Максима оставили без мотораги, приколись. Как в смысле? О, мотак, дали. Ну, Максим, я тебя жду на рампе, давай, догоняй меня. А вот тебе его и отдали, да? Горящий. О, нифига, эпично. F1 хочу нажать, чтобы потом скриншоты забирать. Вы видели там? Просто взорвали. Только немножко. Вот я все время. А, тут нифига себе мотоциклов, пацаны, там можно пешком добежать. Там, короче, момент, где все дохнут. Там, знаете, сколько мотоциклов лежит? Их надо как-то утопить. 5 штук. Надо. А, ну это много. А ты мог бы меня подобрать, там, не знаю, что. Блядь! Да ладно! Лобовое столкновение на рампе! Мотоциклами! Прикол! Давай! Максим, что ты видел? Мне как будто вот чуть-чуть лошадиных сил не хватает, чтобы полететь сюда. Лошадиная сила. Да у тебя шампунь. Лошадиная сила. Ребята, это хороший шампунь. Ты бы велосипед сзади прицепил, как бы, он бы точно помог. А, вот, в натуре, велосипед, мощь велосипед. Да нифига, тут еще больше мотоциклов на следующем этапе. А вообще, капец, походу, что-то... Да. Это. О, Максим. О, я кстати, рекорд, походу, свой побил сейчас. Да откуда вы беретесь? Какого хрена вы... Подожди, это конец. Я прошел, ребят. Серьезно? Пацан, да иди в жопу, чувак. Я прошел, теперь осталось на машине это сделать. Девай! Нужно разгона побольше, я беру мало разгона что-то постоянно. Хз, что такое, но нужно что-то делать. Так, туризм или Инфернус?
Бери, я не знаю, на туризме у меня что-то не получается, но я сейчас еще раз попробую на ней. Максим. Окей, окей, окей. Что происходит? Нет, ты как ты вообще выехал сейчас из воды, я не понимаю. Я не знаю, там просто мотоцикл ну как это, чисто приплыл, да, как говно. Приплыл. Рассоситесь! Уйдите! Инфернус! Боевой клич! Максим, держи меня! Проток! Ты чё? Там чё так пролетело жестко, как стрима, как пуля резкая такая. Максим, а ты чё, ещё не прошёл рампу до конца? Она же, она изовая. Не, ну как бы я попробую? Попробуй. Попробуй, Джага. Попробуй. Олег, ты ограничитель не забываешь убирать? Нет, просто... Просто большинство чуваков забирают его, забывают. Олег, а как вот тут пройти момент, когда чисто падаешь внутрь, да, и ничего не падает? А, короче, бери поправее, короче, на соседнюю стенку. Надо на медленной скорости это делать. Аккуратно и ювелирно, как Сашенька. И всё, сделал чисто как бы. Да, бля, пошли в жопу, сука. Серьезно, миллиметра не хватило, понимаешь? Чуваки оставляют свою моторагу. Блин, на песке, зачем на песке эта рампа? Это вообще жопа. Жесть. Тачка на песке вообще еле управляется. Да пошли надо... в жопу, ну какими ебанатами натрия надо быть, чтобы специально мешать. Бан-бан. Бан или уйди. Бан или вещь. Это че за помойка, сука, Леха, ты говори про нее. Где? Тут 4-5 мотоциклов лежит. 4-5, 10-5, 10 утра. Там все дальше лежат. Чуваки, ну, не убрали Инфернус, пацаны. Чуваки. Ну что это? Ну как? Ну давай, 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 убери, пожалуйста, убери. Escape. Я понял систему, короче, смотри. Разгоняешься, escape жмешь, потом уже это. Уверен? Ну смотри, да, там бомжи работает. Мешает. Да мне сейчас так ничего не будет мешать, мне кажется. Ну давай, попробуй. Да ладно, да, кто там был сзади? Охренеть. Меня сзади так, подтолкнули все. Теперь. Иду на... Меня чуть-чуть ну, не убили. Ну тут бомжи, понимаешь? Они специально стоят, поджидают и, блин, и ждут просто момента, когда можно будет врезаться. А ты escape нажимай и все. Я прошел, просто изи, все. Походу я тут единственный, да, кто сегодня не прошел. И Олег не прошел рампу. Просто понимаешь? Реально. Так, я хочу это на машинке сделать. Я вот на машине пытаюсь, ничего не получается. Это какое-то противоречие идет, знаешь? Обычно Олег у нас в гонках победит. Олег, смотри, как надо. Только не сзади, пожалуйста, сейчас. А вот сам ты. Честно, да как он это сделал? Пошел в сраку. Говно драное. Что за псина? Надо его кикнуть. Слушайте, а может быть я сделаю небольшой трамплинчик для вас? Ох, какой вы щедрый, сэр. А, точно, тут... Блин, просто машина стоит, я думаю, чё её никто не спиздил, а там бензина ноль. Вызови механика. Делать-то мне нечего, Алексей. Так, ладно, я беру новую тачку. Дай с тобой сяду. А, то есть Максим самому это, кишок толтон, тонок? О, ты падла. Просто подлина. Вот давай, я сбил, это Рафаэл, надо репорт на него написать, 33-й, он реально задрал. Да, Олег? А так... Я жопой сдавал. Тут какая-то пробка, запорка идет. О, спасибо! Да ладно. Спасибо! Пацаны, да иди в жопу, Макс, ты такой ракал! Да ну боже, да Макс! Я, сука? Вы помешали, я вообще случайным образом вас тут врезал. Да пошли в жопу! Маячка пукан бомбит. Бомж какой-то мешает, Тореро. Да и Доросферу. Короче, репорт. У него машина сгорелась. Давай! О, сейчас у него попануло там. Да как он не взорвался? Там машина стоит, просто мешается, ребят. Пацаны, а систему escape? Я расчистил дорогу. Спа. Не расчистил. Зачем ты ехал сзади? Уйдите вы! Макс! Ой, беги! Все взрывается, пиздос. Так, у машины Инфернус, походу, это нулевой бензин, который... А, нет, 40. Он пополнился. Тихо, Макс, стой. Вместе, погнали. Во, погнали, все. Теперь моя аура должна, знаешь, как бы тебя, не знаю... Пацаны, отличный шанс, уйдите в жопу, пацаны, прошу вас. Пацан Трэ, давай. Давай. Да почему она глохнет? Ааа, ты что творят? Идеально было, идеально. 20 лет прошло, а Инфернус остался. Да, чисто от нуля сейчас был в студию. А, надо же, короче, здесь проходят, наверное, чуваки на машинах, у которых прокачано так, чтобы движка не глушилась, как я понял.
Ну, у меня, давайте я попробую. У меня потому что... 50, дай к тесену. Давай, Макс, ко мне. У меня двигло глушится. У меня, потому что эта штука прокачанная, что у меня 22 уровень, как у меня это... Так, вы где? Я вас не вижу. Это ты, Леха, был сейчас на Инфернусе? Ребят, я на белом Инфернусе сейчас. Жду, кого, кто садится ко мне? У меня двигатель... Бля, жопа. Макс, тебя подобрать, не? Это нереально сюда залезть. Может, попросим администрацию нам дать машинки, нет? На том моменте, где мы там на это залазим. Какие? Давайте чисто возьмем бигфуты. Нет, я все-таки постараюсь своими силами. Давай! Да какие бомжи домешают! Сука, Ники! Ай, почти не заглох! Короче, ребят, перед тем, как заезжать на рампу, надо эскейп нажимать, чтобы не глохнуть. Ребята, стойте! Сейчас буквально минута ожидания ваша минута. Ребята, сука! Мы слушаем тебя внимательно. На ту танцплощадку залазьте, ну, которая с лесенкой обычно. Где люди? Где барная стойка? Срочно, очень срочно. Уно моменту. Макс, гоупоночку устроил. Нет, залазьте прямо сейчас. Времени очень мало. Стойте прямо вот буквально 20 секунд. Стойте и просто смотрите. Стойте и смотрите. Ребят. Я сдох. Вы там, нет? Нет еще. Я сдох тупо из этой херни какой-то там взорвавшейся. Блин, ну окей, Макс, я тебя жду. Все, я здесь. Ты на танцплощадке? Сейчас. Срочно, очень. Ну все, да? Вы там? Ну вот, где барная стойка? Да, где барная стойка. Ребят, вы просто там, да? Да. Аллаху Акбар! О, сука! А что он сделал? Подожди, он завалился? Смотрите, прилетел. Я так знал. А я люблю это делать. Кукурузник, блять, какой! Ой, знаешь... Прости, Леха, я знаю, что делать. Шо? Пацаны, я прошел трампу. А что если достать комбайны нахрен? Нет, это нереально, надо фермера будет устраиваться. Ребят, я прошел, я только... У меня под конец мой мотоцикл doesn't work. Вы видели, там этот самолет, сука, взорвался? Да, прям взрывается, жесть! Просто жесть. Тут вот капец, просто в больнице вот стая бичей просто стоит. Сейчас ты понимаешь, какую ты просто прибыль сейчас поднял в больнице, понимаешь? Я просто в больнице устроился. Опа, дырочка, пончик, дырочка. Нет, да не бойтесь, тут вообще нет. И по всем сторонам, Олег. Я смотрю в воздухе. Вы у какого исхода стоите? Центрального. Окей. А я вижу, он летит. Вон машинка, летающая, это херня. Смотри, что делает. Вот херня. Смотри. Давай. Леха, залетай, Леха. А подожди, держи дверь. Дверь. Да дебил, я сейчас могу убить кого-то человека, и меня кикнет. Не вылазьте вообще. Не пойду даже. Давай, залезай в дверь. Подожди, мне надо Олег, держи, вот так вот, все правильно. Олег, стой, держал. Стой. Ну сука, но он наскочил специально, пидор. Эй, плейбои, я с вами здесь теперь снова. И, ребятушки. И что она танцует, я чуть не понимаю. Play Advance Radio тут есть, прикиньте. Так, подожди, я хочу к путанам. Где вы? Вот, мы сидим, короче, сходи на правую дверь. Правая комната. Сразу забегай, вот сюда. Он так и приколлекционный. О! Так жирная какая-то. Не очень, да. Блэй. Бой. Кстати, вот этот чел, который играет, даже пускай это не тёлка стопудово, да? Но. Ну и тут что танцует. Так это, я думал, это бот танцует. Да идите в жопу, меня обманули. Вот это бот играет, вот. А вот я выбрал танец, у меня он стоит... Может, попиздить. Он мне ничего не делает. Меня не пизди, я не бот. Походу здесь битва за тёлку. А она что не танцует-то? Я выбрал танец, и что дальше-то? Да. А может она занята? Подожди, она занята, может Знаете, быть. Знаете, что нужно делать? Она просто занята, но... Посмотрите на меня внимательно. Да. Это какая анимка номер? 62. Аним 62? Да. Парни, я просто царь. Смотрите, кто сверху. Как ты залез туда? Максим, слезать тебя не учили, что нельзя ты? А был сын этот город! Пошел отсюда, я тебе теперь тоже отомстил. Олег, ты че куда спереди построился? Максим сползает, но это смотри, он на палку так спускается, жопы проникает туда.
Мы чисто короли такие, знаешь, три дебила. На стенде. В любой город можно сделать вот этот, как говорится, памятник, да? За место Ленина воткнуть, да, памятник трем дебилам, это нам, нашей команде. О, мотоцикл сюда завезли, смотри. Везли. А текстурок нет. Ха! Анты, блядь. Ой, я пойду еще комнаты погляжу. Там... О, я диджей! Йо, диджей, на районе. О, прикол, смотри. Почему не могу здесь взять одежду? Туда Сан Андрес на ноуте играл. О, серьезно? Да-да-да-да. Ноут. На туре. О, смотри-ка. Мент в прокуратуре, пошли дальше. Как же где-то в баре-то без драки, ребята? Это, кажется, знаешь, как же в баре без драки? О, одежда, смотри, что за одежда? Только она что-то не берется у меня. Одежда в УЗИ, почему? Я хочу в УЗИ по одежде. Она... Че, ребят? Тут швабра есть, никто не хочет полы помыть, а? Где? Швабра. А, вот, так вот, я думал взять можно, тогда нет. Ней. О, кстати, очередь-то рассосалась на рампу, и это очень да, хорошо. Да, да. Так, я взял мотоцикл, я жду вас. Поэтому я постараюсь взять... Я вот, да, стой там, это мой... It's my car. Нету бензина в точилах. Да пошел отсюда, срюндель. О, отдай. Отдай. Отдай бич. Тачки стоят так, сука, без бенза все. Подберите меня кто-нибудь, братцы. Меня менты мочат. Нет, этого нельзя допустить. Есть. Леха, садись. Бэнч, просто это джекпот, я выиграю в эту джекпот. Все, давай, увези меня за 100 морей, дай, дай мне Инфернус. Или туризм. Ребят, ребят, давайте у мэрии встретимся. Я чуть не задавил. Мэри. А что мы у мэрии забыли? Ну, где вы, куда уехали-то? Я на трамплине. Каждая серия должна заканчиваться тюрьмой, либо больницей. Да, почему-то это еще не наводит на то, что это. Ну хотя меня чуть не убили, у меня почти бы серия закончилась, чуваки. Так мы что, до мэрии едем или что? А что мы там забыли? Ну чем мы, Олег, с тобой позанимались? Да, необъяснимыми явлениями. Мы потусовались на сходочке, да? Да. Все было круто. С подписчиками, кстати, большинство тут было наших. И поэтому, ребят, обязательно ставьте крутые большие пальцы, жирные вверх. Оу! Да, и обязательно не забывайте заходить на сервер, если вы хотите вместе с нами поиграть. Ну что, всем adios amigos. Bye-bye.